Все-таки хорошая песня, она не имеет никаких границ и, конечно, национальности. Ее подхватывают, и она летит над миром и звучит на самых разных языках. Вот яркие примеры тому. Подмосковные вечера, «Калинка-малинка», «Бывайте здоровы, живите богато». Да что далеко ходить, и в эстрадном репертуаре есть такие песни, ну, например, «One Way Ticket» в исполнении группы «Eruption». А все мы знаем еще со времен Советского Союза, как «Синий-синий иней». Ну, незабываемые польские колеровые ярмарки в исполнении Морели Радович, которая на русском языке изумительно спел Валерий Леонтьев. Ну, а в нашем концерте ее исполнит солистка Могилевской филармонии Ольга Горничар. Чем за щебе в тамте лята цумнеуи, кьеде мишлит с общи грауам, а цо дьябли джели, цо страчиуам з уасны боли, а цо пшичи в собе, цо величе, то величе, але завши втеди повем, że najbardziej mi żal. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wyjaśniastych kogucików, baloników na druciku, młodych drewnianych, koników burianych, cukrowych. Горничар. Спасибо.